Итак, всем привет, уважаемые подписчики и гости моего канала. Вы смотрите Игон Спенглер Classic Games. Я продолжаю проходить игру Mortal Kombat, первая часть для консоли четвертого поколения от компании Nintendo, SNES или Super Nintendo. Погнали. Смертельная битва, часть первая для консоли четвертого поколения от компании Nintendo, SNES или Super Nintendo Entertainment System. Переходим в опции. Выставляем Very Hard. Таблица рекордов. Как я и обещал, второй выпуск моего проекта SNES Mortal Kombat будет посвящен Скорпиону. Значит, у Скорпиона назад-назад Б сделать гарпун, вниз-назад Y телепорт с ударом. Фаталити, удерживая блок, нажать два раза вверх на расстоянии подсечки. Классика. Держим блок вверх-вверх. Это фаталити Скорпиона. Победили Лю Кэнга. Переходим к Sonya Blade. Кстати, на удивление, но Скорпионом играется легче, нежели Саб-Зиро в версии Mortal Kombat на Super Nintendo. Yeah.
Скорпион против своего заклятого врага Саб-Зиро. Да. Заморозка им пользуется весьма активно. Ну что ж, поделать. Местная фаталити, просто апперкот. Да, молодец, разбил дерево. Проверил свою силу. Я в первой части не сказал, тест your might означает проверь свою силу. Или испытай свою силу. Далее Скорпион против Райдена. А еще забыл в первой части, в первом выпуске сказать, что в первом Mortal Kombat на Super Nintendo нет крови. Фаталити. Скорпион против Кана. В логове Гору. Come here!
Vitality. Скорпион против Джонни Кейджа. Один один. Сухой. Флаус Виктори. Виталити. Зеркальный матч. Скорпион против Скорпиона. Второй Скорпион такой, видите, более насыщенный, оранжевый. Сейчас забыл сказать, я говорил еще в своем прохождении сеговской версии. Если перейти вправо, там есть отсылка к Пакману над дверью. Вон. Так, раунды на выносливость пошли. Матчи, то есть. Скорпион против Кано и Райдена. Победа.
Даже чистая победа и фаталити. Что там, камень? Нет, нереально здесь. Это нужно турбо кнопки иметь. Второй раунд на выносливость. Скорпион против Саб-Зиро и Сони Блейд. Фаталити. И третий и последний раунд на выносливость. Скорпион против Райдена и Саб-Зиро. Старый верный гарпун. Ах ты, блин. 1-1. Победа на грани. Приготовимся к битве с Гору. Thank you.
Победа. Да, странно, как-то он упал. Скорее замер. Я говорю, это не реально, видите, никак не наполняется. Итак, последний бой в этой серии. Скорпион против колдуна Шанцунга. В первом Mortal Kombat Шанцунг еще старик. Даже в гору может превратиться. Стало быть, его душу он тоже взял. Дуквенг. Саб-Зиро. Шанцунг выиграл. 1-1. Ну ладно. Реванш, Шансунг.
Победа! Как по мне, битва с Шансунгом в версии для... на Супер Нинтендо гораздо интереснее сеговской. Вы победили Шансунга. Вы лучший боец смертельной битвы. Считаю, что стоит упомянуть ключевых разработчиков игры. Это Эда Буна и Джона Тобайаса, а также композитора Дэна Фордена. А еще назвать имена актеров, которые снимались для оцифровки движений бойцов. Так роли исполняли Даниэл Песина, Джонни Кейджа, Скорпиона и Саб-Зиро, Ричард Дивизио Кана, Карлос Песина Райдена, Хосунг Пак, Лю Кэнга и, кстати, еще Шан Цунга, Элизабет Малеки, Соня. И на этом я буду второй выпуск заканчивать. Спасибо, что смотрели. Вы смотрели Игн Спенглер Classic Games. Берегите себя и своих близких и играйте только в хорошие игры. Всем пока и удачи!